Игнорируемые и беззащитные. Доклад под таким названием представила в Мексике организация Amnesty International. Она обвиняет Мексику в незаконной депортации беженцев из Центральной Америки, которым на родине угрожает опасность. Мы видим, что Национальный институт миграции год за годом игнорирует тысячи человек из Центральной Америки, хотя он обязан информировать их о праве на защиту. Amnesty International опросила 500 беженцев из Гондураса, Сальвадора и Гватемалы и выяснила, что Национальный институт миграции систематически нарушает национальные и международные законы. Из 300 задержанных мигрантов 40% заявляли, что их жизни угрожает опасность. Несмотря на это, беженцев депортировали. Одного из них через несколько дней убили в Гондурасе. 75% опрошенных сообщили, что им не рассказали о праве просить убежище в Мексике. Кроме того, многих вынуждают насильно подписывать согласие на депортацию. Депортация нарушает мексиканское законодательство и международное право, поскольку этих людей высылают туда, где их жизни находятся под угрозой. Эти центральные американцы боятся насилия и гибели, но день за днем их возвращают туда, где их может ждать смерть. Гондурас, Сальвадор и Гватемала – это так называемый «северный треугольник» Центральной Америки. После гражданских войн регион так и не вернулся к политической стабильности. На фоне коррупции и бедности процветает организованная преступность. Ежегодно из-за перестрелок бандитов гибнут десятки тысяч людей. Из-за высокого уровня убийств эти страны считаются опаснейшими в мире.